Здравствуйте, товарищи. Продолжая знакомство с основами математического анализа, мы рассмотрим сегодня одно из важнейших свойств функции – непрерывность. Первоначальное представление о непрерывности, как и о ряде других понятий, вы получили еще в средней школе. При изучении многих явлений бывает очень важно выяснить, непрерывно или разрывно функция, описывающая эти явления. Мгновенное изменение скоростей бильярдных шаров. Мгновенный переход массы в энергию при атомном взрыве. Мгновенный переход движущейся точки с одной кривой на другую. Разрыв траектории. Все это примеры разрывных процессов. Здесь нарушается непрерывность функций, описывающих эти явления. Изучение свойств функции – одна из очень важных задач математики. В частности, вопрос о том, непрерывна функция или разрывна, возникает практически при всяком математическом исследовании. И ответ на этот вопрос не всегда прост. Здесь, как и ранее, нельзя полностью полагаться на интуицию. Нам следует дать формальное определение понятия непрерывности. Попробуем это сделать. Что означают слова «функция непрерывна в точке» при данном значении аргумента? Интуиция подсказывает нам. Это означает, что точка, двигаясь по графику функции к точке М, в результате этого движения попадает в саму эту точку М. Этот факт нетрудно выразить, пользуясь уже знакомым вам понятием предела. Вы видите на чертеже график функции y равно f от x. Абсцисса А и ордината B точки М связаны соотношением f от А равно b. Но если вблизи точки М график функции непрерывен, то мы можем утверждать, что всякому достаточно близкому к числу А значению аргумента отвечает значение функции, сколь угодно близкое к числу b. На математическом языке это означает, какое бы положительное число эпсилон мы заранее не указали, всегда найдется такое положительное число дельта, что всякому x, удовлетворяющему неравенству x минус a по абсолютной величине меньше дельта, будет отвечать y, удовлетворяющее неравенству y минус b по абсолютному значению меньше эпсилон. Пользуясь знакомыми вам терминами, можно сказать, что в этом случае предел f от x при x, стремящемся к a, равен f от a равен b. Очень важное требование состоит в том, что точки могут двигаться по кривой к точке М с обеих сторон. То есть предел достигается как слева, так и справа. Это требование надо бы подчеркнуть в нашей записи. Значение его легко показать. Вы видите график функции y равно f от x, определенной так, что f от a
равно b1. В этом случае предел f от x при x, стремящемся к a плюс 0, равен b1. Но предел f от x при x, стремящемся к a не справа, а слева, как вы видите, равен другому числу b2, не равному b1 и не являющемуся значением функции. При x равном a график разрывается. Если бы мы определили функцию f от x так, чтобы ее значение при x равном a было f от a равно b2, то значение ее при x равном a оказалось бы равным пределу функции слева, но не совпадало бы с ее пределом справа. Наконец, если бы значение функции при x равном a было равно какому-то числу b3, не равному ни b1, ни b2, то, хотя пределы функции при x, стремящемся к a, как слева, так и справа, по-прежнему существовали, ни один из них не совпадал бы со значением функции в этой точке. Все эти возможности мы должны предусмотреть, давая определение непрерывности функции в точке. Поэтому сформулируем его следующим образом. Функция называется непрерывной в точке А, непрерывной при x равном А, если существуют конечные пределы этой функции при x, стремящемся к а как слева, так и справа, и если эти пределы совпадают и равны значению функции при x равном а. С понятием непрерывности справа или слева, или, как часто говорят, односторонней непрерывности, вы по существу уже знакомы. Соответствующие определения таковы. Функция называется непрерывной слева при некотором значении аргумента А, если существует конечный предел этой функции при стремлении аргумента к числу А слева, и если этот предел равен значению функции при x равном a. Аналогично формулируется определение непрерывности функции справа. Геометрическую картину вы видите на экране. Рассмотрим несколько примеров. Предел этой функции при x, стремящемся к нулю, вычисляется легко, так как предел числителя равен 6, а предел знаменателя отличен от нуля, он равен единице, то предел дроби равен 6. Значение функции в нуле также равно 6. Следовательно, при x равном нулю функция непрерывна. Теорему о пределе частного при x равном единице применять нельзя, так как предел знаменателя в этом случае равен нулю. Однако функция при x, стремящемся к единице, стремится плюс бесконечности справа и к минус бесконечности слева. Очевидно, что при x равном единице она терпит разрыв. Это показывает и ее график. Здесь функция определена разными уравнениями на интервалах 0,1 и 1, 2. Для вычисления предела слева в точке x равно единице мы должны воспользоваться первым из этих уравнений, то есть вычислить предел единицы минус x при x, стремящемся к единице слева.
предел этот равен нулю. Таким же образом вычислим предел функции справа, используя второе уравнение. Мы видим, что этот предел также равен нулю. Кроме того, при x равном единице значение функции равно нулю. Следовательно, пределы функции слева и справа существуют и совпадают со значением функции при x равном единице. То есть функция непрерывна при этом значении аргумента. Это видно и из графика функции. Пусть теперь дана функция, определенная на отрезке 0, 2, так. Она равна 2 минус x в левой половине промежутка и x минус единица в правой его части. Предел функции здесь слева равен единице, то есть значению функции. А предел справа равен нулю, то есть со значением функции не совпадает. Оба предела конечны, но так как они не совпадают, то при x равном единице функция разрывна. Рассмотрим, наконец, пятый пример. Исследовать на непрерывность при x равном единице функцию f от x равную единица плюс x квадрат при 0 меньше или равно x меньшего единицы, единица при x равном единице и 3 минус x, если единица меньше x меньшего или равного 2. Посмотрим, как решают этот пример студенты. Вот дана такая функция, она определена единица плюс х квадрат на отрезке, на полуинтервале 0 меньше или равно х меньше единицы, 3 минус х на участке единицы меньше х меньше равно 2, а при единице она равна единице. То есть по существу это вот что такое. Какая-то странная функция. При значении аргумента равном единице, она равна единице. А ни из первого, ни из третьего условия мы ведь этого не получим. Да, но ведь эта функция определена на всем участке от 0 до 2. А как быть с непрерывностью? Как найти предел точки x равной единице? Там, по-моему, надо вообще находить два предела. Отдельный предел справа, отдельный предел слева. Только вот как их находить? При этом надо использовать различные формулы при нахождении предела слева и справа. Тогда получается, что предел слева, исходя из первой формулы, равен 2. Да, из третьего условия можно найти предел справа. Он тоже будет равен 2. Предел справа и слева совпадает, значит функция непрерывна. Да, но как же при x равном единице функция равна единице, если бы ее пределы равны 2? Я понял, функция разрывна. Значение, совпадение значения предела слева и справа еще не говорит о непрерывности функции. Необходимо, чтобы значение пределов равняли значение функции при предельном значении аргумента. Ты прав, тогда выходит, что график тоже подтвердит. Предел слева равен пределу справа, а значение функции в этой точке равно единице. Ну, видите, ребята все-таки разобрались в этом более сложном примере. Попробуйте и вы составить и решить несколько подобных задач. Рассматривая примеры разрыва непрерывности, мы встретились с двумя существенно различными случаями. В
последних двух примерах функция в точке разрыва имеет конечные пределы слева и справа. Но пределы эти не совпадают со значениями функции в этой точке. Именно вследствие этого график функции разрывен. Такого типа точки разрыва мы в дальнейшем будем называть точками разрыва первого рода. В любой малой их окрестности функция остается ограниченной. Во втором же примере, в окрестности точки x равно единице, функция не ограничена. Точки, в которых функция не имеет предела, хотя бы с одной стороны, принято называть точками разрыва второго рода. К таким точкам, в частности, относятся и все точки, в окрестности которых функция не ограничена. Исследование непрерывности функции и свойств непрерывных функций можно производить, используя понятие приращения. Напомню, что приращением величины называется разность между новым и прежним ее значениями. Понятно, что значением независимой переменной приращение можно придавать как положительные, так и отрицательные. Если значение аргумента x получает приращение дельта x, то функция y равная f от x получает приращение дельта y, разность ее значений при новом и старом значениях аргумента. Конечно, приращение значений аргумента могут быть только такими, чтобы новые его значения не вышли из области определения функции. Пользуясь понятием приращения, можно сформулировать определение непрерывности функции в точке, эквивалентной введенному ранее. Пусть дана функция f от x непрерывная при некотором значении x. Дадим этому значению приращение дельта x и вычислим приращение функции. Непрерывность функции в точке, как вы знаете, означает, что предел функции в этой точке существует и равен значению функции при предельном значении аргумента. Тогда в силу непрерывности f от x мы получаем предел f от x плюс дельта x при дельта x, стремящемся к нулю, равен f от x. И, следовательно, предел приращения функции оказывается равным нулю, если только равен нулю предел приращения аргумента. Таким образом, мы доказали, что если функция непрерывна при некотором значении аргумента, то всякому бесконечно малому приращению этого значения аргумента отвечает бесконечно малое же приращение функции. Также легко доказывается и обратное утверждение. Если всякому бесконечно малому приращению некоторого значения аргумента отвечает приращение функции также бесконечно малое, то при этом значение аргумента функция непрерывна. Оба утверждения эквивалентны. Поэтому можно было бы, определив непрерывность функции в точке с помощью понятия приращения, затем доказать предложение, введенное нами ранее, как определение.
Рассмотрим некоторые основные свойства функций, непрерывных в точке. Для их доказательства надо известные вам теоремы о пределах применить к функциям или приращениям. Эти доказательства имеются во всех учебниках. Пусть аргумент функции f от x не является независимой переменной, а оказывается функцией какой-то другой независимой переменной. То есть x равняется фи от t. Очевидно, что y в конечном счете есть функция аргумента t. Но эта зависимость выражена не непосредственно, а через другую функцию. Y есть функция от функции t. Такое построение функции принято называть суперпозицией. Иногда говорят также, что f большое есть сложная функция аргумента t. Так вот, спросим себя, если фи от t непрерывно при некотором значении t, а f от x непрерывно при соответствующем значении x, будет ли функция f от фи от t, равная f большому от t, непрерывной при рассматриваемом значении аргумента t? Оказывается, будет. Я ограничусь здесь только формулировкой теоремы. Если фи от t непрерывно при t равном c, а f от x непрерывно при соответствующем значении a равном фи от c, то сложная функция f большое от t равная f от фи от t непрерывно при значении t равном c. Сумма и произведение конечного числа функций, непрерывных при некотором значении аргумента, также непрерывны при этом его значении. Частное отделение двух функций, непрерывных при некотором значении аргумента, непрерывно при этом его значении, если делитель не обращается в ноль в рассматриваемой точке. Смысл требования, чтобы делитель не обращался в ноль, легко понять, если заметить, что в точке, в которой он обращается в ноль, частное обращается в бесконечность, если делимое при этом не равно нулю, или не определено. Из теорем о непрерывности суммы, произведения и частного следует, что прибавление к функции постоянного слагаемого, умножение и деление ее на постоянную величину не нарушает непрерывности функции. Рассмотрим теперь подробнее вопрос о непрерывности частного двух непрерывных функций. Если в некоторой точке делитель обращается в нуль, а делимое отлично от нуля, все ясно. Частное обращается в бесконечность, то есть функция при этом разрывна. Ну, а что будет, если обе функции, f1 и f2, обращаются в нуль одновременно? Ведь функция φ, равная f1 деленное на f2, в этой точке не определена. Можно ли определить ее здесь так, чтобы она оказалась при этом непрерывной? Для ответа на этот вопрос надо выяснить прежде всего, существует ли конечный предел частного при x, стремящемся к a. Допустим, что этот предел существует и равен b. Формально выражение f1 от x, деленное на f2 от x,
равное φ от x при x равном а не определено. Это 0, деленное на 0. Ему можно приписать любое значение. Но если это так, то мы можем приписать этому выражению в частности и значение b. Или, иначе говоря, определить функцию φ от x при x равном а с помощью равенства φ от а равно b. В этом случае мы получаем, что предел φ от x при x, стремящемся к а, существует и равен значению функции при предельном значении аргумента. То есть, что функция φ от x, определенная таким образом, непрерывна. Описанный процесс во многих учебниках называется устранением разрыва. Название это не вполне удачно. Правильнее было бы в подобных случаях говорить, что мы определяем функцию в рассматриваемой точке так, чтобы она в ней оказалась непрерывной. Доопределяем функцию до непрерывной. Так, например, полагая значение функции f от x равно синус x, деленное на x, при x равном нулю, равным единице, то есть пределу выражения синус x, деленное на x, при x, стремящемся к нулю, мы доопределяем ее в нуле до непрерывной. График функции, определенный таким образом, вы видите на экране. Здесь нам удалось доопределить функцию до непрерывной, так как предел функции в нуле существовал. Если же предела функции в рассматриваемой точке не существует, то, естественно, она там разрывна. Доопределить ее до непрерывной никаким способом нельзя. Прежде всего, я хочу вам напомнить, что промежуток, на котором определена функция, может быть закрытым, замкнутым, открытым или полуоткрытым. Замкнутый промежуток часто называют отрезком. В этом случае открытый промежуток называют интервалом. Пользуясь понятием непрерывности функции в точке, мы легко можем сформулировать понятие непрерывности функции на интервале и на отрезке. Функция называется непрерывной на интервале, если она непрерывна в каждой его точке. Если, кроме того, функция односторонне непрерывна на границах интервала, справа в левом конце и слева в правом, то она называется непрерывной на отрезке. Я перечислю сейчас некоторые основные свойства функций, непрерывных на отрезке. Доказательств их я приводить не буду. При желании вы можете познакомиться с ними по учебникам. Но я советую вам внимательно продумать формулировки этих свойств. Они очень хорошо характеризуют понятие непрерывности. Вот они, эти свойства. Первое. Функция, непрерывная на отрезке, на нем ограничена. Второе. Функция, непрерывная на отрезке, принимает на нем наибольшее и наименьшее значение. Третье.
его можно высказать так. Функция, непрерывная на отрезке, принимает на этом отрезке все значения, промежуточные между ее наименьшим и наибольшим значениями. Из третьего свойства, в частности, следует четвертое. Если функция непрерывна на отрезке и в двух его каких-либо точках имеет значение разных знаков, то между этими точками она хотя бы один раз обращается в нуль. Это очень важное свойство. Оно нередко используется в практике приближенного решения уравнений. Пусть дано уравнение f от x равно нулю, где f от x – непрерывная функция. Если мы найдем два значения x, при одном из которых x первом f от x первого отрицательно, а при втором x втором положительно, то из рассматриваемого свойства следует, что между x первым и x вторым находится хотя бы один корень уравнения. Как только мы нашли x первое и x второе, задача по существу решена. В самом деле, разобьем интервал x1, x2 пополам. Корень окажется в одной из половин интервала, именно той, на краях которой значения f от x имеют разные знаки. Определив этот новый интервал, мы вновь разобьем его пополам и так далее, до тех пор, пока интервал не окажется столь малым, что обеспечит нам требуемую точность. Правда, может оказаться, что в какой-либо момент значение функции на середине очередного интервала окажется нулем. И, следовательно, корень уравнения будет найден точно. Но это просто случай редкого везения. С понятием обратной функции вы уже встречались в школьном курсе математики и в лекции, посвященной понятию функции. Напомню вам, что для того, чтобы обратная функция была однозначной, необходима монотонность исходной функции. Это требование вытекает из того, что график обратной функции получается из графика исходной с зеркальным отображением относительно биссектрисы координатного угла. При условии монотонности исходной функции имеет место следующая важная теорема. Если функция f от x непрерывна и монотонна на интервале AB, то ее обратная функция однозначно, монотонна и непрерывна на интервале с концами в точках c равно предел f от x при x стремящемся к a плюс 0 и d равно пределу f от x при x стремящемся к b минус 0. Ясно, что если f от x непрерывна на отрезке AB, то есть, если f от a равно c и f от b равно d, то и теорема применима на этом отрезке. Доказательство этой теоремы вы можете посмотреть в учебниках. Оно следует из того, что предел функции в точке равен ее значению в предельной точке. Или непосредственно из рассмотрения графиков исходной и обратной функции. Займемся исследованием непрерывности элементарных функций. Алгебраических, тригонометрических, обратных тригонометрических, логарифмических и показательных. Все они непрерывны в области их определения. Мы не будем здесь доказывать непрерывность многочленов, рациональных дробей,
а также степенной функции с произвольным показателем. Посмотрите эти доказательства в учебниках. На этом мы сделаем перерыв. Отдохните, товарищи. Продолжим лекцию. Обратимся к тригонометрическим функциям. Рассмотрим сначала функцию синус х. Она определена при всех вещественных значениях аргумента. При вращении синуса легко вычисляется с помощью формулы разности синусов. Обозначим буквой альфа выражение дельта х пополам и оценим абсолютное значение правой части нашего равенства. Первый множитель косинус х плюс альфа по абсолютному значению не больше единицы. Для оценки же второго множителя вспомним, что абсолютное значение синуса не больше абсолютного значения аргумента. Они совпадают только при нулевом его значении. Следовательно, абсолютное значение при вращении синуса х не превышает удвоенного абсолютного значения альфа, то есть не больше абсолютного значения дельта х. Это означает, что если дельта х будет бесконечно малым, то бесконечно малым окажется и дельта синус х, то есть при вращении функции синус х, и будет это при всех значениях аргумента. Но мы уже знаем, что это означает непрерывность рассматриваемой функции синуса х при всех значениях х, то есть на всей вещественной оси. Непрерывность остальных тригонометрических функций исследуется теперь очень легко. Ну вот косинус х. Он равен синусу пи пополам минус х. Но синус непрерывен при всех значениях аргумента. Следовательно, и косинус х непрерывен на всей оси абсцисс. Функции тангенс х и котангенс х, определяемые этими дробями, непрерывны всюду, где знаменатель отличен от нуля. А в точках, в которых он равен нулю, π пополам плюс kπ для тангенса и kπ для котангенса, эти функции разрывны, обращаются в бесконечность. Это утверждение непосредственно следует из теоремы о непрерывности обратной функции. Но обязательно обратите внимание на запись. Мы пишем обозначение этих функций с малой буквы А, подчеркивая их однозначность, в отличие от обозначения многозначных функций с большой буквы А. Напоминаю вам, что функции арксинус х и арккосинус х определены на отрезке минус единица плюс единица, а арктангенс х и арккотангенс х при всех значениях аргумента. Мы будем в дальнейшем рассматривать только натуральные логарифмы и в основании показательной функции считать число e. Переход к другому основанию, как вы знаете, осуществляется путем изменения масштаба на одной из координатных осей. Так как показательная функция и логарифм взаимно обратны, то нам достаточно доказать непрерывность лишь одной из этих функций. Напоминаю, что показательная функция
определена при всех вещественных значениях х, а логарифм х только при положительных значениях аргумента. Докажем непрерывность показательной функции. Пусть какое-то значение аргумента х равно k получает приращение h. Тогда приращение функции окажется равным e в степени k плюс h минус e в степени k. То есть e в степени k умноженное на e в степени h минус единица. Нам надо показать, что оно будет бесконечно малым, если h бесконечно мало. Так как первый множитель e в степени k не зависит от h, то надо доказать, что выражение e в степени h минус единица стремится к нулю, если стремится к нулю при приращении аргумента величина h. Для доказательства нам потребуется такое неравенство. Единица плюс лямбда в степени n больше, чем единица плюс n лямбда, где лямбда – любое положительное число, а n – натуральное число, большее единицы. Вы легко можете его доказать, применив метод полной индукции. Неравенство это можно записать в такой форме. Теперь вернемся к показательной функции. Предположим временно, что приращение h положительно. Тогда e в степени h минус единица также положительно. Обозначив это выражение через лямбда и подставив его в неравенство, получим e в степени h минус единица меньше, чем e в степени nh минус единица, деленное на n. Как бы ни было велико натуральное число n, мы всегда можем выбрать положительное число h настолько малым, что величина nh окажется меньше единицы. Но тогда e в степени nh будет меньше e. И, следовательно, e в степени h минус единица меньше, чем e минус единица, деленное на n. Это значит, что величину e в степени h минус единица можно при достаточно малом h сделать меньше любого заранее выбранного положительного числа эпсилон. То есть, что эта величина бесконечно мала. Правда, мы доказали это пока только для положительного приращения h. Но если h отрицательно, то, полагая его равным минус t, найдем, что предел e в степени h минус единица при h, стремящемся к нулю, равен пределу при t, стремящемся к нулю, единица минус e в степени t, деленное на e в степени t, то есть опять-таки нулю. Таким образом, доказана непрерывность показательной функции, а следовательно и логарифма. Теперь я хочу выполнить обещание, данное мною в прошлой лекции, и вернуться к числу e. В начальных лекциях это число определялось как такое основание степени, при котором график показательной функции e в степени х пересекает ось ординат под углом 45 градусов.
Но тогда график обратной функции, логарифм x, пересекает ось абсцисс под тем же углом. Обратимся к логарифмической функции. Вместо логарифма x рассмотрим функцию y равняется логарифм единица плюс x. Это нам будет удобнее. Вот как выглядит ее график. В начале координат он касается биссектрисы координатного угла. Касательное – предельное положение секущей. Следовательно, угол, образованный с осью абсцисс, хордой, соединяющей произвольную точку графика с началом координат, будет стремиться к 45 градусам при стремлении этой точки к началу координат. Это означает, что тангенс этого угла имеет своим пределом единицу, если абсцисса конца хорды стремится к нулю. Но тангенс угла альфа равен отношению ординаты к абсциссе, то есть равен логарифму единица плюс х, деленному на х, или, что тоже, логарифму единица плюс х в степени единицы, деленной на х. Следовательно, предел этого выражения равен единице при х, стремящемся к нулю. Но мы уже знаем, что логарифм непрерывен при всех положительных значениях аргумента. Значит, функция логарифм единица плюс х непрерывна при всех значениях х больших минус единицы, в том числе и при х равном нулю. А непрерывность означает возможность перехода к пределу под знаком функции. То есть мы можем написать, но натуральный логарифм равен единице только при значении аргумента равном e. Следовательно, число e равно пределу выражения единица плюс x в степени единицы, деленной на x, при x, стремящемся к нулю. Заменяя x на единицу, деленной на z, вы легко увидите, что это число e можно определить и как предел выражения единица плюс единица, деленная на z, в степени z, при z, стремящемся к бесконечности. Вы видите, используя свойства непрерывности показательной и логарифмической функции, мы выявили еще один подход к определению числа e. Такое определение числа e можно было бы ввести с самого начала, используя формулу бинома Ньютона. Так сделано в ряде учебников. Пользуясь формулой бинома, можно также показать, что это число e совпадает с пределом последовательности, рассмотренной нами в лекции о пределах. Рассмотрим теперь несколько примеров исследования функции на непрерывность. Для начала рассмотрим функцию знакомого нам типа. Мы с такого вида функцией встречались в задаче о вычислении предела. Это рациональная дробь. Числитель ее многочлен, он непрерывен всюду. Знаменатель же многочлен, обращающийся в нуль в двух точках. Х равно 3 и х равно 4. Следовательно, наша дробь непрерывна всюду, кроме, может быть, этих точек. Для дальнейшего следует проверить, есть ли у числителя и знаменателя общие делители, сократима ли дробь. Разложим числитель и знаменатель на множители. Мы видим, что на x минус 3 дробь можно сократить. Если после этого определить значение f от x при x равном 3, как значение этой дроби,
Положив f от 3 равным минус 3, то функция окажется непрерывной. Мы доопределили ее в точке x равно 3 до непрерывности. Устранили разрыв. Осталось исследовать точку x равно 4. Но здесь числитель не равен нулю. Функция обращается в бесконечность и, следовательно, разрывна. Итак, функция непрерывна при всех значениях x, кроме x равного 4. При x равном 4 функция имеет точку разрыва второго рода. Числитель этой дроби постоянен, а знаменатель нигде не обращается в нуль. Это сумма двух положительных величин. Показательная функция непрерывна при всех значениях аргумента. Но здесь ее аргументом служит функция единицы, деленной на x. Определенная и непрерывная всюду, кроме x равного нулю. Поэтому можно быть уверенным в непрерывности f от x всюду, кроме x равного нулю. А поведение ее в этой точке надо дополнительно изучить. Вычислим предел функции при x, стремящемся к нулю слева. Если x стремится к нулю, оставаясь отрицательным, то единица, деленная на x, стремится к минус бесконечности, и значит 3 в степени 1 х стремится к нулю. Следовательно, предел f от x при x, стремящемся к нулю слева, равен 2. Что же будет, если x стремится к нулю справа? В этом случае все его значения положительны, и значит единица, деленная на x, положительна и неограниченно возрастает. Но тогда положителен и неограниченно растет знаменатель дроби, а сама дробь, оставаясь положительной, стремится к нулю. Итак, предел f от x слева равен 2, а справа нулю. Хотя оба предела существуют и конечны, они не совпадают, и поэтому при x равном нулю функция разрывна. Здесь она делает скачок. Мы имеем точку разрыва первого рода. График этой функции нетрудно построить. Вот как он выглядит. Какое бы значение мы ни приписали функции f от x при x равном нулю, нам не удастся добиться того, чтобы она оказалась в этой точке непрерывной. Впрочем, пример этот несколько искусственен. Функции, имеющие точки разрыва первого рода и описанные одной формулой, встречаются редко. Чаще всего такие точки разрыва получаются при задании функции различными формулами на разных интервалах. Я не буду здесь приводить примеров таких функций. Вспомните последние два примера, рассмотренные нами при изучении непрерывности функции в точке. Рассмотрим еще пример. Две функции. F от x равняется корню квадратному из единицы минус x квадрат, и фи от x равная единице, деленной на тот же корень. Обе они определены на интервале минус единица плюс единица. Однако первая из них определена также и в концах его, а вторая в этих точках не определена. Ее значения вблизи этих точек неограниченно растут. Ясно, что первая функция непрерывна на отрезке минус единица меньше или равно x меньше или равно плюс единица, тогда как вторая непрерывна лишь внутри этого отрезка, то есть на интервале
минус единица, единица. Рассмотренные нами примеры довольно просты. Непрерывность и разрывность функций в них практически очевидны. Во многих случаях примененный нами почти интуитивный метод исследования оказывается вполне эффективным. Теперь я хочу показать вам несколько более сложных примеров, в которых поведение функции не так легко увидеть. Рассмотрим, например, такую функцию. F от x равняется синус единицы, деленной на x. Функция непрерывна при всех отличных от нуля значениях аргумента. Эта суперпозиция непрерывной всюду функции синус z и функции z равно единице, деленной на x, непрерывной всюду, кроме x равного нулю. В точке x равно нулю функция f от x не определена. Каково же ее поведение в нуле? Чтобы ответить на этот вопрос, подумаем, как выглядит график функции вблизи точки x равно нулю. Функция синус z, непрерывная всюду, обращается в нуль при всех значениях аргумента кратных π. И принимает значение плюс или минус единица при z равном π пополам плюс kπ, где k – любое целое число. Следовательно, она будет переходить от значения минус единица через ноль к плюс единице или от плюс единицы к минус единице последовательно в точках k минус половина умноженное на π, kπ и k плюс половина умноженное на π. Для функции f от x равной синус единицы, деленной на x, соответствующие соседние точки будут x равняется единица, деленная на k минус половина π, единица, деленная на kπ и единица, деленное на k плюс половина π. Мы видим, что точки, в которых синус единицы, деленной на x, переходит последовательно от значения минус плюс единица через ноль к значению плюс минус единица, по мере возрастания числа k сгущаются к точке x равно нулю. Значит, между любой сколь угодно близкой к нулю точкой и нулем функция синус единицы, деленной на x, будет бесконечное число раз принимать значения плюс и минус единица, то есть совершать бесконечно много колебаний, осцилляций. Поведение этой функции мы попытались показать на экране. Ясно, что функция не имеет предела при x равном нулю, а из этого следует невозможность доопределить ее до непрерывной. Наша функция в нуле является разрывной. Теперь нам легко исследовать такую функцию. F от x равняется x, умноженное на синус единицы, деленной на x. Она непрерывна всюду, кроме, может быть, x равного нулю. А при x равном нулю она не определена. Но синус единицы, деленной на x, ограничена, хотя и не определена в нуле. Следовательно, функция f от x, равная x, умноженная на синус единицы, деленной на x, стремится к нулю при x, стремящемся к нулю. Помните, произведение бесконечно малой величины на ограниченную бесконечно мало. Для того,
чтобы функция f от x оказалась непрерывной, достаточно положить ее значение в нуле равным нулю. График функции все же достаточно сложный. Хотя он и проходит через начало координат, там по-прежнему он имеет неограниченную частоту колебаний. Касательное к нему провести нельзя. Теперь, когда вы глубже познакомились с понятием непрерывности, я хочу сделать следующее замечание. Непрерывность является одним из очень важных свойств функции, определяющим в частности возможность применения к ней операций математического анализа. Но вот вопрос, насколько точно это понятие отражает процессы, проходящие в реальной жизни? Иначе говоря, дело в следующем. В математике мы четко разграничиваем понятия непрерывности и дискретности, прерывистости. На практике во многих случаях эта граница между непрерывным и дискретным оказывается весьма условной. В очень большом случае дискретных процессов непрерывность служит лишь удобной моделью, принятой на определенном уровне идеализации. Хорошим примером является изображение в кино, где непрерывность изображения достигается путем частой смены отдельных кадров. Это вы видите на вашем экране. Вопрос о соотношении дискретного и непрерывного в реальной жизни и в абстракции относится к числу глубоких вопросов философии естествознания. Не желая ни в коей мере умалить значение понятия непрерывности в математике, я все же считал необходимым сделать это замечание хотя бы для того, чтобы вы подумали на эту тему в дальнейшем. После этого небольшого отступления вернемся к теме нашей лекции. Равномерная непрерывность относится к более тонким понятиям математического анализа. Вам полезно иметь о ней некоторое представление. Вкратце, дело здесь в следующем. Если функция непрерывна на интервале, то она непрерывна в каждой его точке. Но при этом можно поставить вопрос. Если придать всем значениям аргумента одинаковые по абсолютной величине, достаточно малые приращения, станут ли достаточно малыми приращения функции во всех точках интервала одновременно? Иначе говоря, рассмотрим функцию f от x на интервале AB и точку x1 на этом интервале. Выберем какое-либо положительное число эпсилон и дадим x1 такое приращение h, чтобы приращение функции по абсолютному значению оказалось меньше этого числа эпсилон. Этого можно достичь, взяв h по абсолютной величине меньше какого-то положительного числа дельта 1. Разумеется, если f от x непрерывно в точке x1. Выбор числа дельта 1 определяется выбором числа эпсилон. То есть число дельта 1 зависит от выбора числа эпсилон. Но зависит ли оно также и от числа x1? Точнее, можно ли утверждать, что взяв какое-либо другое значение аргумента, x2, и придав ему тоже приращение h по абсолютной величине меньшее дельта 1,
мы получим при расчлении функции по-прежнему меньшее эпсилон. Или же для того, чтобы при расчлении дельта f от x в точке x2 было меньше эпсилон, этому значению x2 следует придать при расчлении по абсолютному значению меньшее какого-то другого числа дельта 2, которое меньше дельта 1. Вообще говоря, в определении непрерывности не входило требование, чтобы заранее выбранному для приращения функции числу эпсилон отвечали приращение аргумента меньшее числа дельта одинакового для всех точек. Однако для довольно широкого круга функций такое явление наблюдается. В этих случаях мы говорим, что функция не только непрерывна, но и равномерно непрерывна. Мне хочется, чтобы вы поняли следующее. Здесь мы не встречаемся с каким-либо новым понятием непрерывности. Формальное определение непрерывности при всех обстоятельствах остается одним и тем же. Именно. Какое бы положительное число эпсилон мы заранее не указали, всякому значению x из рассматриваемого промежутка можно придать при расчлении h настолько малое, что при расчлении функции f от x плюс h минус f от x окажется по абсолютной величине меньше этого числа эпсилон. Исследование непрерывности состоит по существу в установлении и рассмотрении соответствия чисел h и эпсилон. И здесь мы встречаемся с двумя качественно различными возможностями. В большинстве случаев число h можно определить, зная только число эпсилон, и не интересуясь теми значениями x, которым это приращение h придается. То есть величина h оказывается зависящей исключительно от величины эпсилон. В таких случаях мы говорим, что функция не только непрерывна, но и равномерно непрерывна. Если же число h зависит не только от эпсилон, но еще и от того значения x, которому это приращение h придается, то непрерывность равномерной не будет. Функция неравномерно непрерывна. Вы, конечно, понимаете, что говоря о равномерной или неравномерной непрерывности, мы имеем в виду непрерывность не в точке, а на интервале, открытом или замкнутом. При этом следует иметь в виду такое важное свойство. Функция, непрерывная на отрезке, то есть на замкнутом интервале, непрерывна на нем равномерно. Рассмотрим пример. Функция единица, деленная на x, на интервале 0, единица, не ограничена. Предел ее слева в точке x равен единице существует и конечен. Он равен единице. Но при стремлении x к нулю функция неограниченно растет. Ее предел справа равен плюс бесконечности. Очевидно, что при x равном нулю функция разрывна. Но мы ее рассматриваем только на интервале 0, единица. Значение x равно нулю ему не принадлежит. На этом интервале функция непрерывна. Но равномерно ли? Возьмем какое-либо положительное, очень близкое к нулю, очень малое, значение гамма аргумента. И рассмотрим приращение функции.
оно равно единице, деленное на гамма плюс h, минус единице, деленное на гамма. То есть минус h, деленному на гамма, гамма плюс h. При расчлении h всегда можно выбрать настолько малым, что величина минус h, деленное на гамма, гамма плюс h, окажется по абсолютному значению меньше заранее заданного положительного числа эпсилон, даже если гамма очень мало. Однако, если после этого мы еще уменьшим число гамма, приращение снова окажется больше эпсилон. И так будет все время при уменьшении гамма. Ведь абсолютная величина h, деленная на гамма, гамма плюс h, не ограничена при гамма, близком к нулю. Процесс этот вы видите на экране. Для того, чтобы при расчлении дельта f от x снова стало меньше эпсилон, нам надо уменьшить h. То есть h оказывается зависящим не только от эпсилон, но и от гамма. Это означает, что функция единица, деленная на x, непрерывная на интервале 0, единица, на этом интервале непрерывно неравномерно. Заканчивая лекцию, я хочу подвести некоторый итог. В двух последних лекциях вы познакомились с фундаментальными понятиями математического анализа. С пределом, с бесконечно большими и бесконечно малыми величинами, с непрерывностью. Вам еще трудно представить себе полностью значение этих понятий. Это станет много яснее в дальнейшем, когда вам придется к ним неоднократно обращаться. Многие из приведенных мною рассуждений могли показаться вам чрезмерно формальными. Вы еще убедитесь, что часто нельзя обойтись без такой формализации. Я был бы рад, если бы вы вспоминали об этом при дальнейшем изучении математики. На этом я закончу лекцию. Благодарю вас за внимание.